прекрасная летняя пора, и все кафе и рестораны начали устанавливать свои летние торговые площадки около стационарных заведений, либо обустраивать отдельные комплексы по продаже, например, мороженого, либо каких-то прохладительных напитков. Конкуренция на рынке ужесточается, и каждый пытается по-своему завлечь клиента. Обычно это кричащие рекламные баннеры, либо обычные картонные манекены, допустим, мороженого. Но студия Reklam.ru приготовила для вас очень необычный и интересный способ, как можно не только декорировать ваше уличное кафе или кафе в интерьере помещения, но и привлечь внимание клиентов, установив, например, на декоративной интерьерной мебели логотип и название вашей компании. Сейчас я вам представлю комплект мебели мороженое. Этот комплект идеально подойдет для оформления кафе мороженого или, допустим, шоколадницы, а особо актуален он будет в летнее время. Сначала мы рассмотрим стол. Он имеет следующие размеры. Диаметр столешницы чуть больше метра. В высоту он составляет метр. Поэтому очень удобно будет разместиться не только детям, но даже взрослому человеку. Стол широкий, позволяет усесться компании из 6 человек. Дополнить такой стол необходимо декоративными стульями. Они выполнены в виде мороженого. Мы представляем вам три различных покраски – зеленый, розовый и оранжевый. Они очень удобные, надежные, прочные. Разместиться в них очень комфортно и удобно. Удобная спинка. В принципе, приятно и комфортно сидеть. Все изделия выполнены из стеклопластика, поэтому вы можете смело размещать их не только в интерьере помещения, но и на улице. Стеклопластику не страшны никакие атмосферные осадки. Очищайте их только от влаги и пыли. Как я уже оговорилась, подобная декоративная мебель может служить рекламным инструментом. Для примера мы расскажем о декоративной мебели, которую приготовили для нашего клиента. Он установит ее в своем кафе. Например, на декоративный стул в виде мороженого, про который я уже рассказала, мы нанесли логотип компании и название. Все очень ярко и контрастно по цветам. Прохожие отметят не только удобство подобной мебели, но и интересный рекламный ход. Также студия Reklam.ru для презентации подобного бизнеса рекомендует вам использовать ростовые рекламные фигуры. Например, мы расскажем о фигуре мороженого. Макет мороженого очень удобный и тем более имеет легкий вес. Вы его можете установить около входной группы в кафе, либо на территории большого торгового центра, где имеется ресторанный дворик, тем самым презентовав именно вашу торговую точку по продаже мороженого. Сейчас мы рассказали вам о том, как можно рекламировать продажу мороженого в летнее время года. Помимо рекламных вывесок, вам необходимо использовать объемные ростовые фигуры. Конечно же, заменить обычную мебель на декоративную в виде мороженого. Если вас заинтересовало подобное предложение, сделайте заказ на нашем сайте Reklam.ru. Вся мебель собрана в один комплект. Также вы можете приобрести что-то по отдельности. И стоит учитывать, если вам необходимо, чтобы стулья были покрашены в другой цвет, мы для вас это можем сделать. И, конечно же, учитывается сложность нанесения абсолютно любых логотипов и названий вашего кафе. Наши дизайнеры сделают для вас самые интересные предложения. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и рекламируйте ваш бизнес современными способами.